Ну что, смайтера? Бачусы. Так. Так. Так, так. Спринт. Эй, меняйся язык. Чё язык не... Спринт. Or... Шилд. Помню, люди... Босбили. Когда брали годпак там за по 4-5к, потом всего... Ну, я брал за 1500 или за 1700, по-моему, что-то такое годпак. Вот и подумайте теперь. Окей. Окей. Ты открывал зимний чест, там выпадает 3 предмета, ты выбираешь один из них. Или рандомный. Я не открывал, не знаю. А с близами я не сравнил, это факт, что лоурис бывает пофигу. Бахус или бачус, вот в чем вопрос. Ну, так я как когда называю, когда бахус, когда бачус. Я за 300 тогда скидка была. Сейчас тоже он, кстати, по скидке, ребят, так что... В группе у нас в smite.pro.ru можете чекать такую инфу. Хватит лишь отсутствия фантазии на тебе сделанных скинов. А мне нравятся их скины. Бля, я так подгорел, короче, есть чувак один. Я не буду его ник называть, не буду говорить вообще, кто он и чё, но он делает видосы тоже по смайту периодически. И, ну, смотрит, наверное, так же, как и мои видосы по количеству. Может быть, даже у него побольше. И он недавно заснял, сделал ролик, типа, о его мнении вообще о смайте там и все такое. И я что-то так подгорел от момента, когда он сказал, что фан-сервис русский по смайту, как бы, ну, нет никакого фан-сервиса по смайту, и есть только какая-то одна группа более-менее адекватная. Я сначала думал, он про нас, короче, говорит. Вот. И он такой говорит, ну, есть одна группа адекватная, русская, да, они там делают, но они, говорит, выкладывают только лишь картинки, арты по смайту, и то раз в месяц. Господи, я так сгорел, вы бы знали. Наша группа — это просто жесть, информационное чудо просто, которое по КД выкладывает инфу. Ева там просто каждую секунду выкладывает информацию какую-то новую. Я не про саботажа. Саботаж вообще в армии, если не ошибаюсь. Но вообще он должен был уже не быть в армии, как бы. Но сгорел я тогда знатно, конечно. Архикот. Да ну нет, не архи. Я не буду говорить, кто. Ну не архикот. Значит, он топ-комьюнити Русмайта. Я не знаю, но я прям вообще прям расстроился аж. Чувак говорит, что он давным-давно играет в Смайт и бла-бла-бла, ему все нравится. Но фан-сервис русский вообще никак не развит, потому что есть одна группа, которая скины постит, картинки скинов, там арты какие-то раз в месяц. Что это за группа? У нас даже в Yellow Hell посты постятся, охренеть, с какой скоростью. А, сарказм, понял, братан, сорян. Да ну, кот вряд ли бы такой... Да нет, кот адекватный чувак. Это Лингвини. Да, это Лингвини. И появилось у меня желание сделать ответочку. Видосик. Вот. Под музыку. Absolutely style. Здорово, любезный ауф. Мы так орем, когда гейбокс пиздит, пиздит даже предложения там какие-то неадекватные, которые даже по-русски не умеют написать без ошибок. Но геймбокс — это вообще жесть. Из пака за 1200 огорчил Хуи, а мне понравился наоборот. Я не знаю, чего тебя огорчил-то. Майнс. За модельку можно убить, но способности стандартного скина. Ну там представляешь, как тяжело способности это переделать. Смайт Про из тех групп, что я видел, самая топовая. Но Смайт Про у нас, понимаете, у нас группа-то адекватная. То есть какое руководство, такие и группы. У нас посты всегда адекватные, у нас адекватно реагируют там на людей и на все такое. Мы не позволяем в своей группе
писать матом только потому, что там дети сидят и все такое. И зачем превращать ее в помойку? Смотрит про заебись группу. Да, спасибо. Моделька божественная. Но мне понравился. Братан, если ты сейчас умрешь неожиданно. Даблки. Это кто просил меня на баху, если держу в курсе, ребят. Я не все успеваю читать, сорян, но типа, если что, пишите. Лучше в донатах, конечно. Ага, только потом претензии, почему коммент удалил, кто забанил. Ну, типа, да. Ну, выражать свои мысли в группе уж можно всяко без мата. У нас поэтому действует. Так, блин, как красивый... Красивый скин. Ева эльф группа. Ну, типа, какой смысл нам банить тех, кто ничего не сделал? Что за вопрос? Я не знаю, люди не понимают этого. Я возьму кулдаун. И про варды я совсем забыл, но я давно что-то на саппортах не играл. Вот. I'm gank right lane. Окей. I may. Enemy has been slain. А у нас пили есть, да мы на изи выиграем. Ну, это ж хорошо. Be careful left. Красиво все забираешь. Но он бы там не добивал, он даже не шел. Я понимаю, что этого не нужно. Но он даже не идет, он очень пассивный. Ну вот, я кое-как ему отдал этот килл. Где инфа про по розыгрышу в группе у меня? Ты возьми пак за 900 артемида топ. Да нет у меня сейчас денег, братан, на этот пак. Бесплатно богов с реколорами раздают в стиме. Вот это щедро за все сезоны. Но они молодцы, они молодцы. Они всегда очень много делают для комьюнити, на самом деле. Турниры будут. От меня, наверное, нет. Щедрость харезов просто зашкаливает. Как бы, когда другие... Когда другие предлагают вам скины покупать за херовую тучу денег или богов, от... ой, богов, ну, героев открывать за тьму денег, харезы вам их просто так дают. Докормили и гемами, и всем-всем. Поединок. Хорош. Да я не буду добивать, давай. Ну вот он не бежит. Ну вот. Могли бы и больше плюшек, да куда же больше, ты чё? Поиграй в ход, там герои столько стоят, что просто жесть. Скажи по 3 метрах богах на каждую роль. Слушай, это нужно просто так не сказать, это нужно обдумать все и сделать какой-нибудь видос. Ибо вот так просто сходу не сказать. Мета меняется все время.
Зажрались. Ну вообще да, типа да. Топ-3 на роли это сложно. Ну это не сложно, это просто требует времени определенного. Времени, расчетов, как бы обдумываний, так сказать. Да видишь, и все равно, как бы, если ты этими тремя топами плохо играешь, то нет смысла выбирать даже этих топов. Какой смысл? Мы можем, мы будем? Или мы не будем? Ладно, я так подумал. Ой, хорош, поймал, ты смотри. Ой-ой-ой-ой. Да ну нет. Я застанил. Хорош. Да, вскидку можно. Изи, даешь шилд и все. Че, ребят, 5 сек. Фоллоу съехали или так надо? Какие фоллоу? Здорово, здорово. Да все хорошо. Тащу на бачу секатку вообще. На охерительном скине. Я не знаю, с залоченным FPS картинка даже получше, наверное. Follow съехали, сейчас я посмотрю. А, я понял, да-да-да, съехали, вот, сорян. Все, спасибо, поправил, спасибо, спасибо. Чуть-чуть поменьше их сделаю вот так. Да, спасибо, спасибо, вот это важная инфа, важно, важно, важно. Важно, чтобы было красиво и вам приятно было. Привет, привет, ребята. Да не за что. Как тебе скин на Гуана? Ну, картинка, арт очень красивый. Либо я в глаза дуть, либо там скидон на гемы подъехали. Сейчас посмотрю. После каточки сейчас посмотрю. Не на гемы. На пак. Ну, на год пак были скидки, да. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. On my way. On my way. Enemy spotted. I'll let you take a whiff. Curses. Curses. Oh, no. Curses. Элвис лучше. Но Элвис уже поднадоел. Элвис у меня раньше любимым скином, наверное, был в смайте вообще. Он такой топовый. На Xbox скидки на гемы есть. Серьезно? Че, я размотаю лица тут, ребята? Ибо я очень хочу себе платину все-таки вернуть. Ай! Ну, он его убил, это главное. Есть скидки. А чё, нормальные скидки или говно скидки? Только что, походу, появились. Просто я собирался 8000 гемов брать. Просто если они там, ну, на копейки выросли, то я не буду брать. Ебать, наконец-то скидки. Сколько стоит 8к гемов? Мне на Бахус нравится скин медведя, очень его хочу. Да, у меня есть. Мне тоже нравится. Сколько 8000 гемов стоит, скажите? Потому что мне для Одиссея пипец как надо. Anything. 2к? Блять, ну нет, это вообще не вариант. Right. 2к, это мне, если кто-то вот так сейчас кинет 2к, скажет, а ну купи себе всю Одиссею. Что вышло, тогда я куплю. Есть способ получить лимитированные староскины? Нет. Они же на то и лимитированные.
Только Архонт и только Полсейдон иногда продаются за 1000 баксов, по-моему. А раз хочешь? Да, хочу. Но денег нету. Будешь собирать. Если смогу купить, то да. Да, братан, я же убил. Помог, точнее. Прости, мы тут сами с конца... Но это типа просто такое, типа шутка, минутка называется. У них еще и Геркулес есть, я его даже не видел. Я до сих пор слышу, что тот, кто говорит компьютер. А он говорит компьютер? Подняли цены на геймы, чтобы их вообще никто не покупал. Да не для этого они их подняли, блин. Да вроде подняли за взломов, да. Что, ауру собираем ребятам тогда? По идее, это будет случай, когда возможно здесь я задержусь. Нет, не будет такого. Одиссея точно не задержится. Привет, лови лайк, как из... спасибо большое. Как избежать ульты Нейт, Аегисом законтрить? Либо чтоб кто-то перед ней встал. Другие обилки не спасают, насколько я знаю. Ну, те, которые иммун к урону дают только. Типа двойка Чинге. То есть эскейп, который просто отпрыжка, он не поможет. Ну, старый аккаунт купить, но это же, грубо говоря, такой, типа, нелегальный способ. Это не катит. Бусы или щит, как еще? Бусы не спасут от дамага. А Егис спасет. Я вообще очень тупанул. Чего они хотят от меня? Лол. Если дальше будут добавлять по 4 предмета, как обычно, последнее обновление по DC будет только 21 января. Посмотрим. Зачастую от нее больше стан мешает, чем дамаг. Ну, зачастую, да, но я так думаю, тут вопрос о том, как избежать. Соберите тиму ютуберов на один стрим, хотя бы для казуала. Груш стронг-то и будет весело. Ну, может быть. Ну, с Грушем мы уже играли, как бы, и планируем еще Fallout постримить. Вы так-то подписывайтесь. Ребят, подпишитесь, кто не подписан, пожалуйста. На YouTube, на ВКонтакт, на Twitch, пожалуйста. Очень надо. Будет. Коллаборации в любом случае будут. Коллаборации всем нужны. Поэтому я буду рад вашей подписке, вашему лайку, Лукасу. И еще чему-нибудь вкусному. Типа 8000 геймов. Ну, может быть, не укладывается, да. Качаю единичку, ребят, чтобы иметь больше протектов. Спасибо за поддержку. Спасибо. Ну вот тебе осталось 1950 рублей. Сейчас. Я так понимаю, полтишок кто-то закинул. Спасибо огромное, ребят. Сейчас не могу посмотреть. Спасибо большое. Спасибо за подписку на акции. А. Стримлю. Все нормально? Я думал, что-то случилось, что ты делаешь. Как рано шиша.
Хорошо, хорошо, давай, давай. Лол, я думал, задонатили 1950. Не, братан, мне таких больших денег никто никогда в жизни не донатил, кроме Адама. Один раз Адам закинул 2000 на колду мне, и пару раз он по 1000 донатил. Это единственный случай за всю историю, блять, моего твича. Так, кто там? Мистер Крик, спасибо большое тебе за палтишок. Вообще, спасибо огромное. Сейчас самые большие донаты, братан, это от тебя, Хабибустыч. По 111 рублей за стрим вообще изи. У нас в смайте... У нас в смайте не получить донаты огромные, поэтому... Я рад любой поддержке, на самом деле. Сейчас жопа какая-то с компом, я не знаю, я вот трогаю видюху. Сейчас вроде нормально. Хабибус, тебе, говорит, оставили. Лол. Не, так тоже нельзя. Хабибустыч каждый стрим донатит стабильно. Поддерживает как может. 8к же хватит, чтобы выкупить всю Одиссею. Я думаю, нет, братан. Я думаю, нет. Если по скидке, то есть если сейчас взять 8000 и покупать вот эти, за вот эти деньги, тогда да, хватит. Поэтому я и думаю, сейчас взять или чё, или как быть. Сейвил как мог, брат, тебя. Сейвил как мог. Смайк Дизель. Я очень хочу скупить Одиссею, на самом деле, но очень денег мне жалко уж. Если уж по чесноку смотреть. Господи, меня просто не убивают. Прямо на стриме будем смотреть на открытие. Люблю Геба. Геб классный. А сколько встанет полностью вся Одиссея в гемах? Блин, брат, я не знаю, честно. Ну, если не по скидке покупать, я думаю, она немало встанет. Если по скидке, может быть, 8000 хватит. Против каких классов, кроме Локи, нужны наушники? Но Куанга можно, наверное, услышать в теории. За тобой упорно никто не хочет идти добивать врагов. Ну, вообще, да, вы же заметили, как бы, ну, я не стараюсь убить. Вот. Здравствуйте, Минтвульф, приветик, приветик. Добейте. Хорош. Батч с очень сильный саппорт, ребят. Кто посоветовал сейчас, спасибо большое. Короче, сегодня беру 8 кг и ебашу Одиссею. Хорош. Везет тебе. А я не могу теперь. Мой лимит исчерпан в этом месяце. Ибо покупка Fallout'а и косари Fortnite такое себе. Я прям с корабля на бал, точнее с электрички. Хорош. Мне из Одиссеи 3 скина в 1200 гемов встали. Нихера себе. Так, блядь, где мои смайлы? Да не могу я тут с компом беду какую-то решаю. У меня типа материнка очень сильно греется. Хорош. Ну, сейчас я вот трогаю, я даже ком себе на стол выставил, чтобы чекать вручную, так сказать. Что, взять еще ауру, только уже такую ауру, херовую для них? Смайлы я и забыл. Ты ими не пользуешься, жук. Ты про Одиссею думаешь, а я тут давлюсь по карте миды купить. Блин, я тоже пак хочу. Я тут все помню. Минус ком? Да не минус ком. Блин, я только видюху купил. Какой минус ком? Я, кстати, видюху только купил. Я, кстати, долг отдал практически. Так сказать, опять вашими молитвами. 40 тысяч видеокарта мне вышло. Сейчас, если минус видеокарта будет, то я повешусь, блин. I'm getting into some of this smite diesel.
Это страшно. Ну это дорого. Это не страшно. У меня, если сломать видеокарту, я, естественно, буду новую там брать, что-то думать. Но это очень дорого. Минус стримы, да. Fortnite тоже стримишь? Да, я все стримлю. Сейчас Fallout в основном. То есть последние два стрима были по Fallout. По новому Fallout 76. Потом до этого был стрим по Call of Duty новый. Ну, все стримлю. Новинки все стараюсь хорошие постримить. Хорошая катка, господи. Убей, убей, убей. Не достал. Okay. Вообще классно, на батчасе так давно не играл, вообще классный саппорт. Я не смотрю Fallout у тебя, да и вообще не хочу как-то спойлерить себе, потом куплю и наслаждаться буду. Я сам не смотрю Fallout у других. Ибо мне очень интересно играть в него. Кинслет. Так мало лайков. Они могут. Поставьте лайк на ютубе, ребят, по-братски. И подписочку бы оформить. Окей. Things are about to get heavy. All these things spying is just the man. Сейчас очень тяжело пробиваться, поэтому лайков мало. Я тот человек, который не запоминает спойлеры, мне удобно. Ну, я тот человек, который не реагирует вообще никак на спойлеры, но именно удовольствие от Fallout я хочу прям получить в полной мере сам. Без поддержки каких-либо видосов. Там просто жесты с 600 матчей 4 топа взял. Ну это нормально, когда только начинаешь играть. Подписывайся, будешь со мной смотреть, играть. Я могу и со спойлерами смотреть, мне нормально. Да мне тоже нормально, я не считаю как-то какой-то бедой. Какие спойлеры могут быть в ММО? Да ты пойми, я в нее играю не как в ММО. Я в нее чилю. Я хожу там и созидаю, так сказать, исследую. А когда я это увижу на стриме, то что кто-то уже там был и что-то там, ну я уже буду знать что-то, мне будет неинтересно. Мне всегда пофиг на спойлер, это плюс. Я могу смотреть, что будет в конце фильма и спокойно. Так я тоже так же. Да я давно подписан. А, ну хорош. On my way. Да, я хожу. Типа, ты посмотри просто мои стримы по Fallout. Я хожу, исследую, я читаю все записки, слушаю все голозаписи. Мне интересно. Ну что, розыгрыш в группе инфа, ребят. В этот раз я для вас пробил набор. То есть, этот набор никому не высылали, кроме нашей большой группы. Остальным стримерам его не выслали. А, я получил его, чтобы вам разыграть. Люблю спойлеры только в смайте, а так не. Хорош. Фаершок, знаешь, ну ник знакомый, да. Йоп. Так, там фаерганта бомбить. Не знаю, как быть с 8000 гемов. Блин, есть сейчас скидки, надо как-то брать, наверное. И тут вопрос, донатить или ждать розыгрыш. Мне можешь задонатить и дождаться розыгрыша. У меня в клане. Да клан мертвый, ребят, я вообще из него надо выйти и все. Не подписался, без пиписьки остался. Хорош. Да вы что, угораете, что ли?
Хорош. А, я себе комп вырубил, держу в курсе, ребят. Чат не вижу. Сейчас каточка кончится. А, у них Геркулес ФК стал, лол. Он что-то попробовал. И не зашло ему. Блять, что-то с блоком питания, что ли, не пойму. Хорош, каточка хорошая. Затащили в щи. А я думал, что фолоч смотрит столько. Да ебать. Чекни. Кого чекнуть? Убивает каждый раз. И спасибо за рассказ про DLC. Да не за что, ребят. Тебе я хочу только тот набор купить, а из-за DC.